Россия последовательно проигрывает войну в Украине. И это выливается необратимыми последствиями для всех ее жителей. Просто денег нет. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Только российским царькам без денег совсем никак. Из чего же оплачивать свои роскошные яхты, виллы и самолеты? Правильно, из кошельков своих богатых подданных. Сейчас пришло время навести системность и порядок в этой сфере. Ведь доходы многих блогеров, многие из которых занимаются инфо-цыганством и откровенным мошенничеством, составляют миллиарды рублей. А значит, это колоссальные суммы, которые недополучает бюджет нашей страны. А трусить, как говорится, есть кого. Ведь российские блогеры зарабатывают буквально миллиарды. И первой под раздачу попала Александра Митрошина. Вторая в списке самых богатых блогеров с доходом 650 миллионов рублей за последний год. За год? Ну ладно, предыдущие месяцы. Но сейчас-то цены рухнули. На Митрошину завели уголовное дело за неуплату налогов в особо крупных размерах. И может показаться, что это такая расправа за то, что в начале полномасштабного вторжения в Украину она очень неугодно высказывалась. Я не поддерживаю политику, которую сейчас ведет наше государство, категорически, ни в какой форме. И именно поэтому я собираюсь участвовать в протестных акциях. Несмотря на то, что достаточно опасно в России об этом говорить, я не могу об этом промолчать. Не хочу призывать людей к этому же самому. Но для меня важно выразить свое несогласие, потому что, как мне кажется, то, что происходит, просто ужасно неправильно и очень стыдно для меня, как для гражданки России. А потом и вовсе уехала на ПМЖ в Дубай и возвращаться обратно в Россию не собирается. Скучаешь ли ты по дому? Ну, честно говоря, сейчас не особо. Первое время скучала. Но там еще обстоятельства были такие достаточно суетливые. Многие говорят, что кто переезжал там год назад, что это не иммиграция, а эвакуация какая-то. Потому что ничего не понятно, страшно. Но плевать хотела российская верхушка на гражданскую позицию, когда дело заходит о больших деньгах. И пожирать они начали даже ярых сторонников путинской политики. Да, мы делаем это. Следом на той же неуплате налогов попалась Валерия Чекалина. Первое место в списках самых богатых блогеров России с доходом в 1 миллиард рублей за год. Причем со стороны эта история выглядит максимально забавно. После обыска ФСБ муж Леры Артем поблагодарил сотрудников за вежливость и тактичность и обещал все налоги оплатить при этом с процентом. В принципе, ничего сильно меня не испугало. Как-то, не знаю, нормально все было. Деликатно общались. Спасибо, что за первый раз не сажают. Вот, поэтому постараемся все погасить и забудем всю эту историю. Ну а сама Валерия на суде так робко улыбаясь упрашивала судью сильно ее не наказывать. Я уже попросила уважаемый суд принять во внимание, что веду блог уже 7 лет, что Инстаграм – это не просто страничка, это история жизни нашей семьи, за которой следят и следили 7 лет, и что это является единственным источником нашего с Артемом заработка и единственной возможностью кормить наших детей. Правда, пока что вся эта лесть и пресмыкание Чекалиным не помогла. И на время разбирательства, ну, нарочно не придумаешь, суд запретил им полностью пользоваться интернетом. Подход правоохранительных органов должен быть одинаков ко всем нарушителям. Но самой забавной оказалась история инфо-цыганки Елены Блиновской. Третье место в списке с доходом 525 миллионов рублей. Елена годами зарабатывала деньги из воздуха на своих марафонах желаний. Вот лишь один из фрагментов того, за что люди платили тысячи рублей. Так, у меня флешбэк. Сори, я во флешбэке. Сори. Ой, кайф какой. Слушайте, вам тепло, а? Ну ладно, хорошо. Холодно? Да? Ах, вы организаторы.
С таким-то доходом Блиновская возомнила себя чуть ли не богиней мира сего. Это сейчас, вот честно, я сейчас в рожу плюну. Только теперь государство требует с нее почти 1 000 000 000 рублей неуплаченных налогов. В ее, достойном самого Путина, особняке уже провели обыск, а ее саму задержали на границе в тапках, позорно бегущую с России. Это вы откуда в этой темноте вообще взялись, сумасшедшие люди? Как мы видим, российские власти шагают по списку вниз и уже поговаривают, что скоро придет очередь жены предателя Украины, одессита рэпера Джигана Оксаны Самойловой, которая тоже не заплатила налоги со своих курсов успешного успеха и богатства. Приготовьте листок бумаги и ручку и достаньте или включите на телефоне калькулятор. Жизнь в современной России как игра в русскую рулетку. Сегодня ты богатый и успешный, на одной волне с властью и вроде бы на коне. А уже завтра, по воле той же власти, ты можешь оказаться нищим, всеми забытым, да еще и зэком. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.